7:45 ранницы. До початку працовного дня у акционерном товаристве «Гумрамбуд» застается 15 хвилин. А тому свою работу мобильная группа «Гарвоканкама» начинает с проверки пропускного режима. На этот раз ни одного зарегистрированного порушения. У администрации предприятия этому не удивляются. Пытанием дисциплины тут повышенная увага. По-моему, у нас еще таких не было нарушителей, которые, скажем так, приходят после 8. Поэтому мы просто организовали у себя на посту охраны журнал, то есть человек поставили вертушку, то есть уже кто-то там незаметно после 8 не проскользнет и не записавший это в журнал, поэтому тоже это отслеживается. На предприятии мобильная группа находится крыху больше годину, а за этот час поспевая проверить литерально каждый куток, начиная от вытворчих участков. Размова об технице безопасности, уровне зарплаты, на физическом стане работников, показчики алкотестера, специалиста наркологической службы на нуле, алкогольных напоев никто не уживал. И еще больше строгие потребования до водителей. По словам представников мобильной группы, это одно из наиболее распространенных порушений. На некоторых предприятиях контроль за станом водителей чисто формальный. Повышенная увага до прохождения перед медицинского огляду тлумачится просто. Это сегодня крыху похолодало, и вот снова пошел дождь, а до этого протяглый час температура поветра под плюс 30. У таких умовых водителей, какие мои проблемы со здоровьем, может и притомность стратить, и у аварию трапить. Традиционное завершение работы мобильной группы, подведение выников с уделом у всех головных специалистов предприятия, значных завах не выказывает никто, але администрации есть на что звернуть увагу. По оборудованию есть замечания. Инструмент применяется кустарного изготовления. Тележки не установлены принадлежности. Замечания есть. Вся беда заключается в том, что эти вот замечания, что я озвучил, у нас в области были причинами несчастных случаев. Мобильная группа Гомельского горвоканкама працует уже около 7 годов, и за этот час выники ее деятельности явно становчие. Когда на початку ее парады часом воспринимались достаточно критично, то сегодня все выказанные зауваги обовязковые для выполнения. Как выник, колькость зарегистрованных на предприятиях порушений уменьшилась в разы. Причем течется это разных боков, от знаходжения работников у стане алкогольного опьянения до спозднения на працу. Если у нас в городе 35-40 было несчастных случаев на производстве, то сегодня, извините, 12 за первое полугодие. Это же не может не радовать, понимаете? И, значит, количество находящихся в нетрезвом состоянии, если мы и 60 устанавливали, сегодня значительно меньше. Поэтому по-разному можно относиться, воспринимать, но сам факт, что, значит, самое главное, что эти недостатки пусть вначале воспринимаются так, но в течение 2 недель устраняются. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадио компания «Гомель».